Твери начали монтировать первую новогоднюю елку. Немного раньше времени выпавший снег в Тверской области добавил горожанам праздничного настроения. А еще на календаре конец ноября, и подходит пора украшать улицы Твери к Новому году. Так, уже 23 ноября в городском саду начался монтаж конструкции искусственного дерева. Работники подрядной организации вначале соберут само дерево, а затем повесят украшения и светодиодные гирлянды. Это будет первая наряженная елка в Твери в этом году. Работы по монтажу новогодних украшений ждут все районы города. На эти цели выделены средства из городской казны. Так, 154 тысячи рублей обойдутся работы по монтажу Московскому району, 705 – Заволжскому и 234 – Центральному. Работы должны быть закончены в первых числах декабря.